Приветствую всех гостей и подписчиков нашего канала. С вами Олеся Архибис. У нас распаковка по ссылке от Верены. И начинаем мы сразу с подарков, которые нам отправили. Да? Эти подарки пойдут на розыгрыш в группу в Фейсбуке. Ссылка будет в описании под видео. И принимать участие могут все участники группы. Так, вот это у нас новинка с днем народжения. От третьего формата. Артикулы бисера указывают уже Верена. И также нам вложили на подарок схемы еще от Рекама. Но эти схемы сейчас и Верена тоже производит. Но это еще складские запасы. И мы их тоже разыграем. Видите, подарок написано. Так, тоже все разыграется между участниками группы. Так что добавляйтесь, если вы еще не с нами. Это тоже пойдет на розыгрыш. И принимайте участие в розыгрыше. Ну и, в общем-то, просто, я думаю, интересно посмотреть на работы других участников группы. У нас также проходят марафоны, СП и так далее. Ну и что-нибудь, может, присмотрите, приобрести, так как у нас очень большой ассортимент заготовок по вышивке бисера, как украинских, так и российских производителей. Большой очень ассортимент. Есть что выбрать, есть что посмотреть. Так что заходите в группу. Так, это все у нас будет разыгрываться. Ну, а дальше уже заказанные схемы и тут деревяшечки. В общем-то, посылочка небольшая, но вместе с тем есть интересные покупки ваши, которые мы сейчас рассмотрим. Смотрите, заготовка под вышивку часов. Какой сюжет очень хороший. И мы знаем, что Верена хорошо очень прорабатывает все рисунки. Ключи они сейчас дают уже около года, как выходят схемы с ключами. В следующей схеме не указаны артикулы бисера. Это я вам, в общем-то, показываю уже отшитую работу. А ключ вот так выглядит. То есть здесь у нас количество цветов и бусинок использованных. Ну, а подбор бисера уже делала я. И большое спасибо Илве за то, что поделилась с нами готовой работой. Года полтора назад у нас Илва приобретала этот набор. И, в общем-то, вот отшив. Я думаю, скорее всего, что разработчик этой схемы, дизайнер, скорее всего, хотел показать две стихии, огонь и вода, например, да. Но это мои предположения, этого я не уточняла, не знаю, но у меня вот такие ассоциации. Дальше такой солнечный веночек с пчелками, то, что сейчас, наверное, очень сильно хочется, да, побольше солнечных красок таких. Так, идем дальше. У меня сегодня съемки у окна, поэтому с освещением не очень складывается. Но вместе с тем посмотрим все. Так, дальше. Годынок, часы. Это деревянная заготовка. Сейчас я ее разберу, посмотрим. Давайте дальше пойдем. Так, венок. Вот, смотрите, он совсем небольшой, этот веночек. И у нас здесь в состав входит, получается, деревянная заготовка. Потом веревочка, да, такая декоративная, я бы сказала бы, ну, под этот стиль. И мы видим, там дальше выглядывает фетр. Вы можете, в общем-то, и с двух сторон вышить, но я думаю, что, скорее всего, здесь нужно с одной стороны, да, вышить более логично будет. Идем дальше. Здесь у нас парочку бантиков. У меня как-то крайне редко заказывают бантики, но вместе с тем есть они. Это из новинок, ну, таких относительных новинок, сравнительно недавно вышли серия заготовок. Это чашечки разные с цветочками, да, на подставочке. Ну, так как Верена очень часто выпускает новинки, поэтому то, что вышло месяц назад, это уже можно считать, что не совсем новое, потому что Верена просто... Ну, настолько часто что-то новое, интересное выпускают. Так, дальше топперы. Вот тут сразу, смотрите, декор, декоративные бусины я сразу заказываю у них. Вот. Ну и, в общем-то, топпер этот можно в паску вставить, да. И я вам дальше покажу, как это дальше выглядит уже в готовом варианте. Видео поставлю. И вот такой топпер, как подсвечник. Да, для свечки. Вот. Сейчас я, наверное, еще разверну, установлю на штатив и поразворачиваю.
И вот у нас наборы брошек. Тоже я сразу же беру сразу с набором от Верены, так как там декоративные элементы идут, кроме бисера. И не всегда возможно их при, ну, где-то скупить, да, поэтому проще сразу у них взять набор. Давайте топер посмотрим. Вот как это выглядит. Так, я его еще ни разу не собирала, но тут, в общем-то, нечего и собирать, да, особо. Не так уж и много деталей. Так, сейчас при вас все это добро соберу. Дальше решила я развернуть еще вот эту чашечку. Здесь у нас фетр идет тоже в составе. Вот. И я смотрю, что подставочки две они вкладывают. Ну, а вы уже на свой выбор выбираете, какую вы ставите. Вот так это должно выглядеть. Панно «Орхидея». Поближе посмотрим с вами проработку. Пленка бликует у меня. Так, вот у нас заготовка, основная, да, часть. Потом здесь, смотрите, есть инструкция. Так, я смотрю, что мы здесь есть крепление у нас и на стену можно повесить. И, я так понимаю, подставка просто поставить, допустим, где-то на тумбочку, на полку, да. Вот. Да, кстати, инструкция есть на украинском, на русском языке. И вот схема вышивать. Так что, я думаю... Разобраться здесь, я вижу, что несложно. Вот у нас подставочки. И, в общем-то, вот так выглядит это все. И крепление на стену. Топер мы с вами видели только что заготовку. А вот так выглядит топер уже отшитые. Разные варианты есть. Ну, в общем-то, и топеры разные есть, да. А это я имею в виду тот, который украшает нам Пасху. Можно так в виде декора поставить. Видео Верены. Большое спасибо им за то, что предоставляют нам уже варианты отшивов. Можно посмотреть и что-нибудь выбрать. Ну, а если вам что-нибудь приглянулось, пожалуйста, я оставлю все контакты в описании под видео. Контакты нашего менеджера Наташи, переходите, пишите ей, что вам интересно. Ну и опять же напоминаю, добавляйтесь в группу, присоединяйтесь к розыгрышам, ну и вообще понаблюдать за красотой. Закупка у нас будет на следующей неделе, завтра я выложу график, сегодня среда, в среду я снимаю видео, не знаю, может быть видео открою это в четверг, как получится, но вместе с тем на следующей неделе у нас будет закупка, поэтому вы вполне можете присоединяться, если что-то вам понравилось. Заказать можете как просто сами заготовки, либо с подбором бисера, это уже по вашему желанию. На этом я вам говорю до свидания, дальше еще отшивы есть, так что не выключайте видео, досмотрите до конца. И с вами была Олеся, всем пока-пока! We'll be right back.